Всем привет! Я Кока, это мой канал, я рассказываю про игрушки. Сегодня я расскажу про набор Робокар Поли. Открываем. Застряла коробка. Тут очень много деталей, сейчас будем собирать. В набор входит один персонаж. И вот Клини, она уборщица. Вот он, набор готов. Это завод по переработке мусора. Этот набор можно садить с другими наборами. Клини ведет ведро до мусора. Поднимаем ведро. Сейчас бутылки будут переработаны. Да, упали. Перерабатываем. Теперь Клини едет забирать мусор. Пекли не поедет выбрасывать мусор. Мне очень нравится играть в этот набор. Если вам тоже нравится Клини, ставьте лайки. Пока-пока-пока!